Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 26 июля, 5 часов 37 минут утра. Как вы слышите, у нас гудит воздушная тревога снова. Это уже седьмая за вчерашний день и ночь. Вот думала, сейчас вам скажу. Тревоги нет, все тихо, спокойно. И вот включили, сирена орет. Я только вот кофе приготовила. Шекелюшка выполняет свои обязанности, ну просто на отлично. Мне там Изабелла написала, привет вам огромный. Нельзя ли как-то Шекелюшку попросить, чтоб так рано не будил? Это нереально. Ему надо обязательно, пока мисс он не увидит, что он меня разбудил и я встала, он не успокоится. Он прям вот лапкой по лицу, и что ты сделаешь этими коготочками своими? Я уже его и обнимаю, и глажу. Нет, надо вставать. Но я особо и не переживаю, потому что вот еще подделаю дела, немножечко отдохну и буду искать новую работу. А новая работа — это нужно вставать пораньше. Где она будет, в каком районе, неизвестно. Поэтому, чтобы не сильно и перестраиваться, тоже так вот нормально. За окном у нас натягивает на дождик, но сегодня не обещают. Обещают на четверг. Даже с грозой, а пятница, так это точно будет дождь. Прям на целый день и утром, и вечером написано. Ну, и у нас вот так ветерок и пасмурно сейчас. Открыла окошко, чтобы попроветривать все. Всем хочу сказать огромное-преогромное спасибо за комментарии под видео с огурчиками, и которые я закрывала с кетчупом, и которые закрывала по семейному рецепту. Мне написали вопросики, сейчас быстренько отвечу, совсем вот немножечко. Так, Любовь Лученкова, привет вам огромный. Любовь спрашивает: Наталья, у меня один вопрос. Уксус 9%? Да, 9% обычный столовый уксус. Не уксусная кислота, нет. Все обычное, все как бы... Все по стандарту. Инна Ясенкова, привет вам огромный. Инна написала, что и как ее мамочка, светлая ей память, я точно так же отмеряю рюмочкой сахар, соль, уксус. Так закрывала ее мама, так и моя мама, тоже светлая память, закрывала этот рецепт от нее. Только вначале мама, когда закрывала такие огурчики, она два раза заливала кипятком, сливала, а на третий раз уже засыпала соль, сахар и заливала уксусом. А потом, по-моему, сестра сказала: попробуй, Наташ, один раз кипятком, а второй раз уже засыпаем соль, сахар, и все стоит, все нормально. Мы попробовали, и уже вот столько лет моя семья вот так вот закрывает эти огурчики. Нам нравится. Но чтоб вообще вот пальчики оближешь, то огурчики лучше вот такие маленькие собрать, чтобы они в баночке не вот так, как у меня, стояли, а лежали в литровой. Это вообще вкуснотища. А вот кто живет в Израиле, чтобы понимать вкус приблизительно огурчиков, какой у меня, мы там нашли такие огурцы, очень похожие по вкусу. Это вот корнишоны, которые продают в каньонах, супердошах. Они такие вот маленькие огурчики, с черной крышкой написано «корнишон». У меня где-то на канале даже есть, я их показываю. Когда мы жили в Израиле, делали покупки, мы их постоянно покупали. Очень вкусные огурчики, так что я советую, попробуйте. Именно черная-черная крышка. И они вот такие вот маленькие, такие баночки, как чуть-чуть тоже вот как на бочоночки похожи. Так, и Виктория Колесникова, привет вам огромный. Виктория спросила: Наташа,
А помидоры вы закрываете? Можете ли поделиться рецептом? Друзья, я тут подготовила. Смотрите. Смотрите, какие помидорчики. Это баночка 850 миллилитров. Закрывала тут помидорчики черри. Это у меня, как говорится, последняя баночка. В том году я закрыла 4, так как Артур у меня не кушает помидоры, а я люблю помидоры, чтобы были сладенькие. Вот. Если заинтересовало, рецепт выйдет вечером, посмотрите. Что хочу сказать по поводу этих помидорчиков. Рецепт я нашла в интернете, канал «Миллионник», там что-то более 2 миллионов подписчиков было на этом канале. Может, сейчас больше, честно не могу сказать, как называется. Я не записала как-то, и я посмотрела рецепт, мне понравился, почитала комментарии, очень многие люди написали отзывы, что да, пробуют по ихнему рецепту, что все нравится, все вкусненько, все подходит. Ну, были такие люди, что не очень нравится, но вы же знаете, вкусы у всех разные. Это именно сладенький рецепт, мне такие нравятся. Кто любит там покислее, кто как, ну, вот. Поэтому сразу предупреждаю, что сладковаты. И, ну, как бы рецепт хороший, мне понравился. Знаете, что и еще какой момент? Я вот начала открывать помидорки, первую баночку открыла, мне вот прям сладковато. Вот я люблю сладкие, но это как-то мне чересчур показалось. Вторую баночку, ну то же самое. Ну я же 4 баночки закрыла, все одинаково. Ну как бы вкусы не должны были поменяться. А третью банку открыла, я просто вот, честно скажу, практически за 2 разочка скушала вот эти помидорки сама. Мне так понравилось, я не знаю, мне уже и сахара немного казалось, и все вкусно, я думаю, нет, если у меня будет возможность, я точно по этому рецепту закрою еще. Может, я не знаю, может, я еще докуплю баночек, потому что баночек у меня нет, крышки есть, а баночек нет. И закатаю еще себе помидорок. Как бы мне на зиму 3 баночки хватило, вот 1 осталась, очень красивая. И да, прям вкусненько. Я даже думаю, что и не буду искать какой-то другой рецепт. Сначала думала, нет, что-то не так, не подходит. Как-то, ну, слишком сладковато. Или они настоялись, не знаю. Ну, еще, знаете, зависит от сорта помидор. Это я не знаю, какой сорт. Ну, купила на рынке. Вот у меня получилось, мы купили ровно 2 килограмма помидорок. И на 4 баночки вот просто помидорик в помидорик. Ни одного лишнего не было. Вот все на 4 баночки у меня ушло. Так что, друзья, кому интересно, в вечернем видео делюсь с вами этим рецептом. Ну, а сейчас буду продолжать пить кофе, монтировать для вас видео, делиться позитивчиком. Пусть у вас будет хороший день с настроением, несмотря на воздушные тревоги, которые гудят за окном. Хоть знаете, хоть уже и привыкли за столько времени, но все равно, вот когда она гудит, становится не по себе. Мирного-мирного дня и спасибо, что вы у нас есть. Садитесь поудобней, приятного просмотра. Кто это? Смайлик? Скажи, всем хорошего настроения. Улыбаемся, улыбаемся. Ой, какой мячик, мячик. Thank you.
всем хорошего-хорошего настроения. Вот, друзья, как и обещала, покажу вам вот это мороженое, которое мы покупали в АТБ. Каштан, карамель, шоколад. А ну, сейчас я подсветку отключу, а то отсвечивает. 10% жира в кондитерской глазури. Очень вкусное мороженое, нам понравилось, 75 грамм. Прям вкуснючее-вкуснючее. Сейчас покажем, как оно выглядит. Присоединяйтесь к нам на мороженка. Лето, время мороженого. Ах, и лето. Кваса. Вот квас как-то... Нету сейчас хорошего кваса, да. Я окно закрою. Сильно гудит у нас за окном. Вот, смотрите, поближе. Так, покажу. На деревяшке написано «Каштан». А читается как назад. Наташка. Чуть ли Наташка с перемешанными буквами. Так, для всех Наташ вот такое мороженое. Смотрите, это вкрапление орешков. Ой, какое же оно вкуснючее. Мы купили по акции по 17 с копейками с карточкой, ну да, АТБ. Ну, это шаг. А так оно 30 гривен стоит. Не приставай. Не приставай. Очень вкусная глазурь. Смотрите, тут как бы два вида. Шоколадная и кофейная, наверное. Да? Как называется? Шоколад и карамель. Думаешь, вот это кофейный? Карамель? Ну да. Причем здесь карамель? Ну, просто что такого цвета. Вкус карамели. А сейчас попробую. Вот как с ней? Как всегда. День изо дня. Ну. Не знаю, очень вкусно. Знаете, мальчик, съевший 5 килограмм мороженое, у него не только слиплось, но и измерзлось. Мы до 5 килограмм еще не доходим. 75 грамм. Нигде не слипнется. Очень вкусно. Не, реально, вкусное, зачетное, но так вот без акции его брать, ну, немножко дороговато. Ну, 30 гривен, да. Мы какой-то брали каштан, там глазурь, не помню, кто производитель. Прям, ну, как пластилин, не хрустящий. Ну, да. В фольге оно идет, не вот такой не упаковке, а в фольгированной, в желтой вот этой упаковке. Вообще, бред бредом. Видите? Очень вкусный. Такой вот час душно. Я уже не знаю, это туда и сюда. Душно, жарко. Хотя можно было и килограммовые достать, порезать. Но решили вот таким. Мы же обещали его показать. А может, туда попозже. Шлифанем килограммовым. Мы умеем вечером калории добавить. Угу. Вы знаете, девушка идет по улице. И пацан представляет, ну мужичок такой представляет. Девушка, купите мне мороженое. Алифон, что ли? Нет, пломбир, пожалуйста. Кому предлагали купить мороженое? Признавайтесь. А я хотела спросить, кто пробовал мороженое Альфонс. Вы знаете, на эту же тему. Старый анекдот. Когда бабушка приходит к врачу и говорит, доктор, что-то я, говорит, не пойму. Последнее время что-то меня там, говорит, сзади беспокоит. Ну, а какие у вас там ощущения? Ну, не знаю, ну, какое-то вот непонятное там ощущение типа какого-то там шуршания, я не понимаю, понять, в чем дело. Ну давайте посмотрим. Ну давай, она разделась, и он такой: ой, бабушка, у вас здесь газета. Говорит, что, правда? Да нет, «Известия». Артур. Ну, а что?
Ну, то же самое, говорит, что Альфонс, нет, пломбир, пожалуйста. Вот шоколад снялся. Это сразу две половинки. Прикольно. Тебе половинка и мне половинка. Твою половинку и ту пополам. Да? Сейчас. Дай твою половинку пополам. Мою все время пополам. Сейчас прыгнет. Всем привет. И туда, и сюда, и туда, и сюда, и сюда, и туда, и туда, и сюда. А ты туда поздороваться надо, шекель. Шекель. Голос. Нет. Шекель, голос. Громко. Что это за танцы с бубном? Громко. Да. Кто такой? Папа, шоколад нельзя. Еще беленькое там лизнуть, но шоколад нет. Наелся ребенок. Ну ты что ему так, он так бы посидел на руках. Сейчас начнут писать, о, мороженое собаке, потом сам. Вот так, куда он происходит все время. Наша собака. Всем не угодишь. То кофе неправильно пьешь, то что-то ешь, то что-то это. Ребята, каждый живет как ему удобно. Это мы едим, для нас это вкусно. Никакие поцелуи не помогут. Быстренько на пол. Так, считай до трех. Кто знает это? Считай до трех. Раз. Три уже было, да? Только шекеля надразнили. Это я нянечкой работала. И деток так воспитывала. Всегда, вот если не слушаются, так, считай до трех. Раз. Хотя два и три никогда не было. Нет, два было. Три никогда не было. И как-то Артур говорит, а, я ж так и сына тоже воспитывала, и тоже вот до трех считала. Вот. И как-то папа говорит, интересно, если мама до трех досчитает, что будет? Да молчи, молчи, зачем ты это говоришь? Я сама не знаю, что будет. Главное, что на два срабатывает. Упала. Вот. Работала где-то около 12 лет няней. И сына наш уже вырос, пошел учиться в техникум. И что-то мне позвонило, я всегда в блютузе, потому что мне нужно, чтобы руки были свободны. И смотрю за ребенком, и что-то там не так. И я тут, и сын у меня, как говорится, в ухе, в телефоне. И я говорю такая, так, считаю до трех. Раз. Слышу, сын мне говорит, мама, фух, меня, говорит, чуть ли... В жар не кинула. Я думала, что это ко мне. Говорит уже, о, говорю, как это срабатывает, я не знаю, почему так дети реагируют. Но такое есть, да. Фраза просто такая настойчивая. Так что... Пользуйтесь, если вдруг... Ну, сейчас наши дети, ну, уже... Ну, неизвестно. Хотя, да. Хотя многие воспитывают еще по старинке. Ну, не знаю. На мой взгляд, вот это воспитание нынешнее, которое вот... Раньше нас как воспитывали? Либо кнутом, либо пряником. Все было ясно и понятно. Полез, получил. Сделал правильно, заработал. Все. Сейчас ни кнута, ни пряника. Так вот на самотеке дети все. Что? Дело каждого воспитывайте. Главное, чтобы понимали, что... Потом вас детки поддержат. Да, если. Старости принесут чашку воды, не да. бросят. А и... потом будет, как в анекдоте, говорит, а пить-то не хочется. Да, что-то на грустном. Замороженным так нельзя, правда? Да. Напишите в комментариях, кто еще пользовался таким способом, счетом до трех. Будет очень интересно почитать. Но у меня, правда, работало просто все 100%. Даже иногда и я задумывался. А сейчас как задумался, видели? Гроза мышей. Да. Ладно, друзья, спасибо, что этот вечер были с нами. Надеюсь, вам было весело и приятно. Покупайте мороженое, правда, вкусное. Ну и до следующих встреч. Всех крепенько обнимаем, целуем. Скорейшего мира. Пока-пока. Bye-bye.